У врача-стоматолога более широкий размах в понимании процессов, происходящих в мышцах и коже лица, нежели у косметологов. Остеопатический конфликт, перекос костей, смещение тканей. И если появились брыли или морщины возле глаз, эта ситуация не просто косметологическая, а может лежать гораздо глубже в функционировании органов, пищевом поведении и так далее. Причин огромное количество, и работать нужно именно с причинами, а не со следствием в виде появления морщин или обвисания тканей. Стоматологи могут также работать челюстно-лицевыми хирургами, что не могут косметологи. Поэтому они, как никто другой, идеально разбираются в анатомии и функционировании структур челюстно-лицевого конгломерата. Хочу акцентировать внимание на том, что именно врачи столько лет учатся в университетах и рассматривают человека со всех сторон, включая и методы остеопатии, и других альтернативных медицин. Люди, имеющие среднее медицинское образование или не имеющие такое вовсе, могут ненароком навредить. Предупрежден, а значит вооружен. В вопросах выбора специалистов подходите очень тщательно.